Своё жыццё Міхаіл Няхайчык вырашыў прысвяціць творчай працы амаль 40 гадоў таму. Тады ён толькі скончыў мастацкае вучылішча. Зараз жа мастак з гонарам пералічвае гарады, дзе адкрываў персанальныя выставы: Гомель, Мінск, Бранск, Масква. У гэты раз у вазе жыхароў Гомеля Міхаіл Няхайчык прадставіў 59 карцін, якія аб'яднаў пад назвай «Дакрананне». Тут только прикасаться можно к этому. Я же не создаю этого. Вот то, что есть, вижу и пытаюсь передать. Вот такое прикосновение есть. Кожная картина для яго ў першую чаргу праца. Мастак прызнаецца, калі пензель у руках, менавіта тады і нараджаецца ад натхнення. Майстар працуе ў тэхніцы рэалізму, але ў работах адчуваецца асаблівы рамантызм. Он очень рано сформировался как художник. Всегда были прекрасные работы, акварельные. Очень красиво у него снежные работы. Очень красиво у него всегда падал снег. Он всегда добивался каких-то эффектов вот этих атмосферных состояний потрясающих. Мастак показывает не то, что бачить в очи, а то, что чувает его сердце. Наведать выставу до кранания можно до 20 вересня. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».